Мэр Магадана лично поздравил участников Великой Отечественной войны с главным праздником страны. Глава города побывал во дворах ветеранов совместно с социальными партнерами и музыкантами муниципального оркестра духовой и эстрадной музыки. В связи с тяжелой эпидобстановкой герои праздника принимали поздравления, глядя в окно. Магадан не затронула война, здесь не было боевых действий, но из Магадана на фронт ушли десятки тысяч призывников, которые защищали советскую родину. Многие из них не вернулись с полей сражений. Многие стали героями Советского Союза и удостоены наград. Имена всех их увековечены на аллее памяти. Слова поздравлений ветеранам адресовали Юрий Гришан, заместитель директора магаданского филиала АО «Полиметалл УК» Владимир Вольф. Через социальных работников, родных и курсантов клуба «Подвиг» магаданцам передали подарки от муниципалитета и социальных партнеров. Личные слова поздравления ветеранам сказали по телефону. Александр Порфирьевич, добрый день. Говорит мэр города Магадана. Здравствуй, мой друг большой. Да, я поздравляю вас с Днем Победы, 76-я годовщина. Это здорово, что мы вместе в этот праздничный день. Я сегодня выступал на многих площадках и говорил магаданцам, что я поздравляю вас от всего города Магадана. В Магадане проживают 5 участников Великой Отечественной войны. По словам главы Магадана, к ветеранам проявляется забота со стороны федеральных и региональных властей. Но сейчас для них самое главное – это здоровье. Поэтому даже вот в числе таких вот пожеланий, которые были, в основном это какие-то вещи, связанные с организацией вот жизни, нормальной возрасте. Всем им, ну, очень прилично, вот 94, 95, 96, 98. Вот все чувствуют себя по-прежнему бойцами. Музыканты оркестра исполнили для почетных зрителей праздничные композиции, поддержали мероприятия и соседи ветеранов, взрослые и дети. Магаданцы открывали окна и балконы, хором подпевали всем известные слова военных песен. Завершился День Победы праздничным салютом на Магаданской площади.